Вот так бережно берут на руки самого маленького из тройни. Вес девочки чуть меньше 2 килограммов. Единственный из тройни мужчина по сравнению с сестрой просто богатырь, почти 3 килограмма. Но несмотря на небольшой в общем вес, чувствуют себя малыши хорошо. И у каждого уже проявляется свой характер. Характер старшей дочки серьезная, молчаливая, да? Сын похож на отца характером, такой же серьезный. О том, что станет многодетным отцом, Курманбек Абдикулов узнал после первого обследования жены. Говорит, морально был готов сразу и теперь не переживает. Уверен, жена справится. Нянек много, да и сам будет помогать. Ну, я очень рад, что у меня в семье пополнение. Когда узнал, что у нас будет тройня, конечно, очень обрадовался, но были, конечно, переживания. Так как все-таки тройня, как будет родиться и так далее. Ну, слава богу, все обошлось благополучно. Эта тройня первая в Южном Казахстане в этом году, а для медиков областного перинатального она вообще особенная. Это первые тройняшки, которые появились в этом родильном доме за почти 1,5 года работы. Первый раз появились на свет тройняшки. Имена их Анжу, Арман, Маржан. Детей здоровье детей с первых дней удовлетворительно. Они с первых часов рядом с мамой. На днях выписываем домой в здоровом, удовлетворительном состоянии. Вообще же Южный Казахстан всегда славился высокой рождаемостью. Не стал исключением и прошлый год. В 2011 у нас родилось 714 двойняшек и 5 тройняшек.